остановлюсь в первую очередь на части результатов, связанных с социально-экономическими аспектами, то, чего боятся наши граждане, в общем-то, и то, что вызывает наибольшее опасение. Я думаю, что тем более, что мы сегодня находимся в годовщину Майдана, да, третью годовщину начала Майдана, и это тоже, кстати, в какой-то мере может быть не безинтересно, да, что в стране поменялось и в каких аспектах граждане после, на третью годовщину Майдана могут тоже, ну, ощущают некие страхи, да, с чем они связывают вот эти страхи, потому что мы с вами во многом понимаем, что политика, она, в принципе, часто и выстраивается вокруг страхов или вокруг борьбы, да, со страхами.